Киевские власти намеренно тормозят процесс мирного урегулирования в Донбассе. С таким заявлением накануне выступил глава Народного совета ДНР Андрей Пургин. По его словам, Киев продолжает игнорировать соглашение об отводе вооружений, что приводит к дальнейшей эскалации конфликта. Силовики по-прежнему применяют крупнокалиберные снаряды и вводят в бой танки и гранатометы. За минувшие сутки украинские военные нарушили режим тишины более 40 раз. Под интенсивный обстрел попали Грыловка, Старомихайловка, район Донецкого аэропорта и еще около десятка населенных пунктов. Во многих городах и селах нарушено водоснабжение и отсутствует электричество. По данным разведки ДНР, огонь велся со стороны подконтрольному Киеву Артемовска. По территории Донбасса было выпущено 75 артиллерийских снарядов калибром 152 и 122 мм. 127 танковых снарядов, 55 мин калибра 82 и 120 мм. Также применялись противотанковые средства, гранатометы и стрелковое оружие. Подразделения вооруженных сил Украины полностью игнорируют Минские договоренности, постоянно перемещая тяжелое вооружение и артиллерию вдоль линии соприкосновения, не прекращая обстрелы позиций войск ДНР и населенных пунктов из орудий и минометов калибром свыше 100 мм.